Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такие козырные ведерки от компании Elegance. Необходимые аксессуары для каждого рыболова. Мне они очень зашли, очень понравились своей надежностью. Далеко, я давно, точнее, не встречал именно вот такого качественного пластика. Но секрет этих ведерочек, они, скажем так, полумягкие, полужесткие, для тех, кто это не знает, показываю. Значит, ведра 5 литров и ведро 10 литров. Соответственно, снабжены такой пластиковой, достаточно надежной ручкой. То есть, я сам пользовался и тем, и другим. Ну, прекрасно. То есть, запас чувствуется, ручка не сломается. Чтобы выливать здесь такие углубленица специально, чтобы вода текла одной струйкой, что называется, да. Дальше вы можете из этого ведра, из каждого, сделать еще вот такое ведерко, маленькое, если вам оно нужно. Видите, вот одно положение, то есть верхнее положение, второе положение. И, соответственно, вы можете его полностью свернуть, и для транспортировки очень-очень удобно. Соответственно, здесь ведерочко точность такое же. Вот у вас, видите, вот в таком виде вы можете налить сюда водички, если не нужно большое ведро. И дальше вы можете уже точно так же свернуть, видите, и транспортировать эти ведра очень удобно. Значит, я здесь записал себе подсказочку. По маленькому ведерку, значит, диаметр 25,5, это вот этот диаметр, и глубина 20 сантиметров. По 10-литровому диаметр 32 и глубина 26. Пожалуйста, кому понравилось видео, поставьте пальчик вверх, нажмите кнопочку подписаться, покупайте в Мультифиш, у нас оригинальная продукция. Всего вам доброго и до новых встреч.